Так, я не понял. Это что за херня? Мне кажется, или таймер идет на увеличение? Декспик, тебе совсем хорошеечно. Я, блин, точно помню, что ставил на 2 минуты. Откуда там 3 минуты? Во-во-во, пошло, кажись. Пошло, таймер на увеличение идет. Как так, блин? Каша там, наверное, вообще сейчас термоядерная будет. Раскаленная. Ну ладно, ради эксперимента не жалко. Остудим. Ёперный театр, он реально на увеличение пошло. Таймер увеличивается, блин. Я, блин, просто не могу в это поверить. Охренеть. Ладно, Даркуша, признаю, Декс лучше не брать. Ну хотя как лучше не брать? Это же 19-го года микроволновка. Может, сейчас улучшили уже? Что там у нас? Давай, покажи время. 11.07. Так, частоты эксперимента еще. Зафиксировать камерку. А, бля. Чтоб там не говорили, что монтаж, монтаж. Куда ты, Хлоуми? Не надо так близко. Во. Итого, так она будет, получается, увеличивать, 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 пока блюдо нахрен не сгорит в микроволновке. Хорошо, что я арахис туда не положил. Сейчас бы опять сгорело все к чертям. Я в шоке вообще. Как так там, блядь? Ну, в принципе, оно не может быть, чтобы таймер шел на увеличение. Он на уменьшение идет. Ёперный театр, а? Декс, ты меня разочаровываешь. Ладно, справедливости ради отмечу, что эта микроволновка была куплена в 2019 году. Сейчас, может, за 3 года Декс наладили. Улучшили, так сказать, свое производство. Качество техники повысили. Но это конкретная подстава. Представляешь, такой? Вот, на 5 минут поставишь что-нибудь разогреть. Уйдешь, залипнешь там в ютубчике. И все сколько там, 25 минут, 30, все 35 минут получается, оно будет хренащить, хренащить, пока тебя не спалит все к чертям. Жесть, просто жесть. Я в шоке. Ну, хоть видосик на канале будет новый, а то совсем ничего не снимаю в последнее время.